как бы распаковка. Как вы могли уже догадаться, те, кто занимаются agility, они, в общем-то, знают, что это за штука. У меня была другая кормушка. Я ее называю кормушкой. Что я еще могу сказать? А это более, как бы сказать, профессиональная тем, что она не, во-первых, без звука. Во-вторых, блин, она дорогущая. На Амазоне заказывала, оставлю ссылку на продавца. Но у меня получилось... Я, как всегда, я жопка, я могу... Я никогда что-то нормальное нормально заказать я не получается у меня. Я же сейчас заговариваюсь. Так вот. Заказала, значит, посылку. Жду, должна прийти. И только в последний момент я понимаю, что эта посылка заказана не на правильный адрес. Я забыла поменять страну и оставила Германию. И она пришла куда-то в Германию. Я начала разбираться. Меня заблочили. Не знаю почему. Ну и, короче, я не смогла разблокироваться и решила, ладно, закажу по второму разу. Решила, вот, я потеряла эти 134 евро. Заказала сейчас по второму разу, но сумма ушла в бронь. И она до сих пор висит в броне, хотя посылку я получила. Я не знаю, или... Там, потому что там реально моя ошибка. Я неправильно указала адрес и не заметила этого. И не перепроверила, пока шла доставка. То есть, ну, блин, это я могу. Мне вообще нельзя доверять какие-либо покупки в интернете. Я не умею их делать. Сейчас висит в броне. Не знаю, снимут ли меня деньги или нет. Эти, ну, на броне, которые они... Если не снимутся, то вернутся 21-го. Пока 5 дней прошло, посылка у меня, деньги на броне. Возможно, продавец заметил, что я заказываю еще раз на тот же адрес и писала, как бы, я ему в комментариях, потому что я не смогла связаться напрямую с продавцом. Тор, вылези! Он в камин залез. Дурак. Ну, вот такая история. Пока с меня не сняли второй раз деньги, но это не важно. Снимут, снимут, не снимут, шикарно. Я смогу волосы покрасить, а то у меня уже чмо на волосах. Начнем, наконец-то, распаковку. Предыстория данной посылки понятна, да? Что я как бы хотела сэкономить, а получилось наоборот. Цена ее 134-136 евро, вот так вот. Переводите в рубли сами, я хрен его знает, какой сейчас курс. Заклеили, так заклеили. Может, конечно, можно и каким-то другим путем открыть, но что-то я не нашла. Пец. Короче, что париться, сделаем сразу так. Я хотела красиво, но красиво не получится. Потому что она как-то заклеена с двух сторон, или может быть с той стороны, но... Короче, все заклеено. Это отходим в сторону и... Та-дам! О, тут даже есть батарейки! А где такие батарейки чуть купаются? Для вот этого? А где такие батарейки купить потом? Это что? Я таких никогда не видела, реально. Жесть. Кнопочка. Нам надо только верхняя кнопочка, нижняя нам не нужна. Но я не знаю, для чего она. Потом попробуем, побегаем. Видео обязательно потом покажу, как это будет. В этом видео не буду, это получится каким-то слишком длинным. Упаковщик года пришел, вот он. Это все сразу туда. Лиза, должна быть инструкция. Что это вообще такое? Здесь написано 1, 2, 3, 4. А, это на какой волне вы работаете? Буду работать на четвертой. Где плюс, где минус? Что не написано? А, вот. А чё так мелко-то? Пипец. Закрылось. Работает. И самое главное, самое дорогое, что я
никогда не хотела заказывать, но в итоге я это заказала, ребят. Ну, я реально, я думала, ну нафига, у меня есть одна машинка. В моих руках она за 3 года просто разваливается. Я ее оставляла на в дожде, в дождь, в снег, в слякоть. Я ее буду продавать за 10 евро. Так она еще до сих пор, ребят, рабочая. Лео, отойди. Делочка сюда. Лео, делочка к нам. Иди к нам, мой хороший. Ложись. Ложись. Сяду красиво. Не буду вас мучать. Не падай. Вот такая красота, ребят. Просто чистенькая, ровненькая, красивенькая. Нам понадобится из кругов самый большой. Нам нужен вот этот, с самым большим диаметром. Его и вставляем. Да. Здесь даже, походу, есть инструкция. В DVD, ребят, в DVD. Кто-то еще DVD делал. Что-то слушает. У кого-то вообще есть, кстати, вставлять диски? Мне кажется, блин, только в старых компьютерах, а так только это докупают. Инструкция к машинке, ребят. Красота, выглядит охрененно, реально. Я мега доволен. Эту штуку сразу. Сюда. Сразу. Ну, вообще, мы хочу ее попробовать еще. Закрываем. Штука должна там валяться всегда. Также здесь есть вот такая штука. Можно тоже ее попробовать будет, но по сути она не нужна. Вот такая. Как она работает, я не знаю. У меня корм с этими типа гипераллергенный с насекомыми. Да, с насекомыми. Фанни мне его выиграл. Кидаем немножко корма сюда. Кидаем корм. Берем штуку. Нам надо нажимать на верхнюю. Нижняя не знаю для чего, нам нужна верхняя. Нажали. А, я ее же выключила. Секундочку. Нажали. 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 Волны одинаковые. Нажали. Чё не так? Чё не нравится? Секундочку. Я буду вместе с вами разбираться. Лиза же инструкции смотреть не хочет. Ладно, надо посмотреть, сейчас загляну. Что не так, что не нравится? Сейчас надо просто разобраться, когда что... Мне надо... Смотрите, у меня сейчас проблема такая, что он должен... Я хочу еще поменять эту штуку. Слишком большая для нее. Для этого корма. У меня как бы у тренера роял.
Ну, она, так, у нее собаки натуралки, а в кормушку она роял кидает. А он такой большой у нее. У меня совсем маленький. Да? Поставлю совсем маленькое. Так, пробуем. Сейчас я поставила на верхнюю. Слева на верхнюю. Во! Все, я нашла схему. Смотрите. Он глаза идеально подходит. Видите, кинул одну вкусняшку. Подойдите ко мне ближе. Смотрите. Вот такое должно быть расположение. Он. Потом, как только одна прикидывается сюда, сразу она останавливается. Если вот будет так, значит, она будет крутиться, пока все не закончатся. Ставим на 3, чтобы 3 оборота было, и все. Здесь поставила вот так вот, не знаю почему, но почему-то так лучше. Без звука и 4-я волна. И смотрите, нажимаем на верхнюю кнопочку. Все, он остановился. 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 Да, кидает иногда 2, но у меня мелкий корм очень. Дарф я не могу сюда кидать, так как он, увы, не круглый. Но я могу попробовать поломать его и тогда покидать. Может быть, прокатит. Надо смотреть, надо пробовать. Сейчас поработаем. Тор, ты готов? Тор готов? Не знаю, видно вам машинку или нет, но не важно. Это тоже не важно. Сейчас проводим самое нулевое. Бум. Ай, молодец. Все равно 2 выкидывает. Надо побольше корм. Бум. Бум. Очень тихий кликер. Надо поменять. Бум. Отлично. Попробуем тик-тику. Близковато машинка стоит, но да ладно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Бум. Отлично, красиво. Иди сюда. Бум. Бум. Черт. Бум. Так. И стал попадать. Очень близко машинка, я думаю, за это. Бум. Отлично. Супер. Вот так. Легко кликается вообще без проблем. Хочу попробовать еще с Фаней, потому что Фаня... Сейчас выключим, чтобы зарядка все-таки не садилась.